Спорт день за днем представляет проект «Территория спорта день за днем». Санкт-Петербург – северная столица российского спорта. В каждом районе города есть площадки и арены, которые способны удивить. Мы расскажем, где можно полноценно тренироваться, не отходя далеко от дома и от места вашей работы. Первая половина октября – самое горячее время для спортивного болельщика. В это время летнее тепло окончательно уходит, а на смену ему разгораются чемпионаты во всех основных игровых видах спорта – от баскетбола до хоккея. Напротив, главные события индивидуальных видов обычно проходят весной и летом, в сезон открытого воздуха. Значит ли это, что жизнь в гимнастике, стрельбе и прочих популярных видах замирает с наступлением осени? Конечно, нет. Именно сейчас проходят многочисленные фестивали и кубки, открытые для всех зрителей. 8-9 октября в петербургском экспофоруме состоялся второй ежегодный молодежный мультиспортивный фестиваль спорта «Big Peter Sport Show». 30 видов спорта, от популярных до экзотических, под одной крышей. «Big Peter» – самый крупный по охвату фестиваль спорта в северной столице. Где вы еще можете увидеть под одной крышей и даже в одном зале гимнасток-художниц, гиревиков, армрестлеров, мастеров грэпплинга, стрелков, боксеров и даже лучников с фехтовальщиками? Только на Олимпиаде или на «Big Sport Show». Это то самое место, куда можно прийти с ребенком и за один час посмотреть несколько десятков популярных видов спорта и выбрать для себя. Разве что водных дисциплин тут пока нет, но организаторы вполне серьезно говорят, что дело лишь за разрешением на установку временного бассейна. А там можно и синхронное плавание проводить, и даже прыжки в воду. Помимо распространенных олимпийских видов спорта, организаторы добавляют самые популярные внутрироссийские дисциплины и всяческие необычные увлечения. Например, русский жим штанги давно уже стал национальным увлечением, и сформировалась лига штангистов «Чертова дюжин» с особыми правилами соревнований. А пилонный спорт, одно из популярнейших женских увлечений, соединился с воздушной гимнастикой, и на стыке получилось множество спортивных разновидностей. Однако на Big Sport Show можно увидеть куда более необычные дисциплины. Как вам, например, перетягивание пояса, пендрестлинг, нечто среднее между тяганием каната и борьбой. Организаторы специально разместили эту необычную секцию у самого входа, зная, что зрители к ней непременно потянутся. А вот мастера практической стрельбы спрятались в самый дальний коридор, чтобы никого ненароком не зацепить. Более того, всем гостям этой секции раздавали очки, на всякий случай. Глаза – это важная часть организма, ее всегда нужно защищать. Самой шумной, ожидаемо, оказалась секция художественной гимнастики. Там всегда больше всего родственников, которые переживают за своих девчонок даже громче, чем папы-тренеры на турнирах по боксу. А самая рискованная секция, пожалуй, гиревая. Когда прямо перед тобой жонглируют гири, около 10 кг, становится немного не по себе. Так и хочется привести себя в форму и дать какой-то адекватный ответ. При этом в большей части секций, помимо мастер-классов и выставочных стартов, проводились вполне серьезные соревнования. Например, в масс-рестлинге состоялся целый открытый чемпионат Санкт-Петербурга. Да, масс-рестлинг – это такая якутская борьба, где атлеты перетягивают друг у друга палку через барьер. Похоже на армрестлинг, только больше простора для работы корпусом. Кстати, классический армрестлинг стал гвоздем программы фестиваля. Сильнейшие рукоборцы выясняли отношения в 7 весовых категориях на призы Кубка Санкт-Петербурга под личную музыку. Экспофорум не самая привычная и удобная местность для питерских любителей спорта. Они привыкли ездить либо в центр, либо на север, либо в Ледовый дворец, который находится прямо у метро. Но, по крайней мере, тут от станции метро Московская к дверям экспофорума ходил специальный автобус. Можно считать это маленьким выездом. Прелесть таких фестивалей в том, что здесь каждый может найти себе что-то по вкусу. За один час видишь весь массовый спорт и понимаешь, что тебе нужно. Просто сдать ГТО или увлечься чем-то большим. We'll be right back.